Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проведем видео. Получил вот посылочку такую крутую, видите, вот. Вот. Ага, это зеркальное, поэтому тут так не прочитаешь. Это с Киева получил посылку. Вот, здесь у нас Анкорцин Форте. Первый нанопродукт компании Амрита. Сейчас мы откроем. Ох. Зверски, конечно, вскрываю, ни ножа, ни ножниц, ничего нету, ну уже простите, как есть. Так. Так, зверское вскрытие произошло. Меня извините, конечно, но давайте посмотрим. Это, конечно, таинство такое интересное. Вскрываем, опять не вскрывается. Вскрыли посылочку. Вот Анкорцин Форте у нас. Флюида идет. И бифидолакта комплекс. 5 видов пробиотических бактерий. Вот, давайте это самое посмотрим. Здесь что у нас? Листовка идет. Видите, активный старт и скидка wellness консультанта. Вот, это мы сейчас расскажем. Здесь накладная идет, в которой там все написано. Вот, и теперь давайте за Анкорцин. Вот, смотрите, вот такая вот коробочка идет, видите? Вот, коробочка, вот здесь сертификаты идут. Разрешительные документы. Вот. Хорошая, я скажу так, плотная, хорошая коробочка такая интересная. Вот. А теперь посмотрим, что здесь внутри. Видите, да? Вот, достаем. Вот такая баночка идет. Вот. Баночка идет с Анкорцином. Вот, там дата идет. Тоже разрешительные документы идет. Вот, описание идут, дозировки. И внутри, вот смотрите, внутри инструкция. Инструкция идет. Вот, в инструкции мы видим, здесь описание идет. И на обратной стороне идут дозировки. Вот, что мы здесь читаем? Анкорцин Форте, добавка диетическая, рощин. Расчиненный полифенол-карбоновый комплекс эумеланин 95%, тирозин 2,5, дофа 2,5, концентрация 8,25 мг на литр, основа вода, подготовленная с ионами серебра. Вот это первый нанопродукт компании Амрита, где используются нанотехнологии, то есть наночастички серебра. Растворяется в воде, делается коллоидное серебро и разбавляется вот это полифенолокарбоновый комплекс эумеланин 95%. Вот. Рекомендации, что за щодо застосування. Може бути рекомендовано як джерело високомолекулярних сполук природного походження з метою загального зміцнення організму та сприяння опірності організму неприятним фактором навколишнього середовища. Перед застосуванням необхідна консультація лікаря. Вот. Основні властивості Анкорцин Форте. Сприяє відновленню нормального функціонування здорових клітин. Допомагає зберегти здоров'я і молодість, перешкодженні старіння, появлення зморшок, сивини та інших признаків старіння. Ну да, получається, от я вже, скажем так, 15 лет принимаю Анкорцин Форте. Начинал, когда еще был Анкорцин у нас простой, в пакетиках такой, порошочек. Мы высыпали в воду, там растворяли, на лактозе было. Но вы знаете, последние научные исследования кафедры Министерства охраны здоровья мировой говорит о том, что лактоза,
Вот. Она вредна для организма, она способствует прогрессированию и развитию сахарного диабета и нарушает работу ферментную селезенки и поджелудочной железы. То есть, не дает здоровья людям, а наоборот его забирает. Поэтому лактоза, если есть лактоза, то это лучше от этих препаратов отказаться. Вот, поэтому было в капсулах, второй вид анкроцина был в капсулах, а уже мы где-то лет 5-6, точно не помню, но где-то 5-6 лет используем анкроцин раствор. Чем отличается этот анкроцин? У нас еще до декабря месяца прошлого года был анкроцин, который производился на производстве другом. Пришлось, конечно, сожалеем, жалко, но с января 2021 года с этим производителем не перезаключила компания договор, и новый производитель найден, который обеспечил нам новый, такой более эффективный, более качественный продукт. Вот. Значит, в чем преимущество и в чем уникальность этого антрацина? Вы знаете, что у нас не лекарство, у нас продукция для здоровья, это немножко разное. Если лекарство борется с болезнью, то наша продукция восстанавливает здоровье, основу самого человека, любого живого организма, здоровья. То есть начинается болезнь тогда, когда происходят сбои в организме. То этому вдруг антиоксиданты там вредят, там разрушают и пытаются разрушить мембрану нашей клетки, зайти внутрь клетки, переработать, изменить, переписать генетический код. То это вирусы, бактерии. Вот мы все, даже я, насколько сильно не пытался не заболеть и ходил, и только если встречал человека на встречу, зимой мало людей было в Моршине, отдыхающих не было, очень жесткий, серьезный был карантин. Если шел на встречу человек, я ходил в сторону, меньше контактировал. Вот. Старался, контакт свести до мне, все равно заболел, все равно подхватил коронавирус, но благодаря вот этому антрацин форте нашему и знакомые, которые принимали, и их знакомые, мы все перенесли в легкой форме. Но даже в легкой форме, я не представляю, как люди переносят в тяжелой форме, даже в легкой форме то, что перенеслось дома, на ногах, ходи. Температура была только один день вечером, утром уже была 37,6, 37,8. Врач сказала не пить эти антибиотики, то есть через два дня и та температура ушла. Вот, то есть организм с этим справился, но перед этим коронавирусом и почки, и кишечник, и глаза на лоб вылазят. А с давлением что? У меня давление, 128, редко 130, 134 на 82, 78, 79, то есть, как у младенца. А тут я не знаю, что делать. 160, 170. Честно скажу, я даже 6-7 доз, я Ларисту пью, снижение давления, химический препарат, кардиолог мне подобрала. Я втихаря, никого ж не было, только с Бусей. Вот у меня друг, Буся зовут его. Вот такой друг хороший. Спи, Бусенька, спи, маленький. Никого нету, только Буся. Я втихаря сначала одну двойную дозу, потом вторую, потом третью, потом четвертую. Я, если честно, 6 доз выпил. Это и Ларисты, двойных 6 доз. Сбилась температура до 140-145. Две недели, глаза на лоб было. А потом эта корона пошла, ёханый бабай. Это, если б не анкарцин, не знаю, что было бы, но чудо, это что это такое? Это
этот меланин. Это эумеланин. Эумеланин – это меланин, который находится в этих живых организмах позвоночных. Ну, человек – позвоночное животное, есть живые организмы беспозвоночные. Это позвоночные. Это эумеланин. Значит, вот это… Это эумеланин, да, то есть это тот, который такой, как у человека. Ага, как у человека, да, как у человека. Ну, это дочка младшая зашла за клубникой, я еще клубнику тут купил, эти закарпатцы завалили, блин, по 30, по 40 гривен, ну, возьми. Ну, взял, что мне 40 гривен жалко, что ли, такой клубник. Вот, почему я взял клубнику? Потому что это ж витамины. Что вот это такое? Это природная часть, которая есть в природе. То есть меланина в природе много, очень много. Но меланин находится в самой внутри клетки. То есть у человека тоже вот сама клетка, если так вот условно, клеточка. И вот внутри вот это ядро. И вот внутри ядра находится меланин, который даже если... там зайдут туда вирусы, бактерии, то это, ну, как бы последний порог, хотя последний в кишечнике, но вот клетка тоже, это может одно из самых важных частей нашего организма. И вот если что-то зайдет туда в клетку, вот придумано так природой, то вот этот меланин, он нейтрализует. Одна молекула меланина, одна молекула, способна связать 18 свободных радикалов. Можете себе представить? Вот говорят, самый сильный антиоксидант, там витамин Е, например. Самый сильный антиоксидант, водорастворимый витамин С. Там другие есть антиоксиданты, но любой антиоксидант способен связать одну молекулу, то есть свободного радикала. Вот одно свободный радикал, чем они вредны? Вот, кислород тут, даже который мы дышим, 4% кислорода есть атомарный, у которого одна молекула. И чтобы этот кислород стал нормальным, ему надо эту молекулу забрать. Он у здоровой клетки его забирает. Но это не так просто сделать, потому что клетка окружена мембраной. Мембрана – это жиры, это витамин F. Вот почему говорят, вегетарианство сейчас критикуется очень сильно, что без жиров нельзя, без животных жиров. Растительные, да, есть, вы знаете, омега. И в подсолнечном масле тоже есть. Просто та технология, что его получают, она не позволяет полезные вещества сохранить. Но есть и в подсолнечном, и в кукурузном, и в масле семени льна, и в тыквенном, и в расторопше, то есть во всех маслах, будем говорить так условно, и есть в сливочном масле, есть, ну, это животный жир, но там тоже есть. Вот, есть ненасыщенные жирные кислоты, это те кислоты, вот там их три, две самые важные, не буду сейчас голову вам забивать, вот, значит, они, вот эта как раз клетка состоит из мембраны, она состоит из этих жиров, но проблема с тем, что жир прогоркает, температура у нас в организме повышенная, среда бывает щелочная, бывает кислая, в желудке кислая, везде дальше она щелочная. Вот. Почему люди едут в санаторий? Прежде всего для ощелачивания воды. Почему говорят, вот добавляйте воду в лимон? Антиоксидант, витамин С, водорастворимый. Но лимон, хоть это и кислота, в организме, вот парадокс такой есть научный, вот, среди ученых вывели, что попадает кислота лимонная к нам в организм, она ощелачивает наш организм. Она такая, вот, это все природное. Вот это вот тоже природное. Знаете, там грузины, у них, ну, может, из-за того, что нация такая резкая, вот я уже, ну, в зрелом возрасте научился контролировать эмоции. Это не так просто. У меня прадедушка кабардино-балкарец, прабабушка латышка, господи. Вот это смешалось все, и получился казак, украинец.
Я только уже в зрелом возрасте научился контролировать эмоции. Это страшная вещь. И вот в Грузии, там еще в Советском Союзе секретный был такой институт, там занимались психическими больными. Вот. На людях же кто будет экспериментировать? Начинают там с мышей, потом крысы идут, потом там обезьяны уже последняя, предпоследняя стадия, потом человек. Вот. И вот когда на обезьянах Наш эумеланин еще в середине 60-х годов проверяли, исследовали. Оказывалось, что там несколько групп брали. Одна группа была, которая ничего не принимала вообще. Вот, другая группа принимала лекарства, которые одобрены уже исследованиями клиническими от стресса. А третья группа ничего не принимала, давали эумеланин. Значит, первая группа, там, лучше не рассказывать, там поражение даже сосудов, тканей было там настолько сильное, вот я всем говорю, не нервничайте, сделайте первый себе подарок в жизни, который вы можете, научите контролировать эмоции и говорите всем, я не конфликтная личность, я вообще ни на кого не обижаюсь, и вообще в настоящей жизни перестаньте ссориться с кем-то, пытайтесь дружить и не нервничайте вообще. Говорят, от нервов все болезни, правильно они говорят. И вот тем обезьянам, которым давали лекарства, у них намного меньше поражения, намного. То есть, сами поймите, кто бы эти лекарства продавал и зарабатывал на этом деньги, если бы они не помогали. Лекарство помогает, лекарство лечит, однозначно лечит. Я 8 лет назад заболел болезнью, которая, по мнению врачей, не лечится, но я продолжаю лечиться, я не вылечил, контролирую, да. То есть лекарство или лечит, или не лечит. Хронические болезни вообще не лечат. То есть если в течение 7 дней вы не вылечили болезнь, любую, насморк обычно, вы ходите носом, швыркаете, 7 дней пошвыркали, пошли к врачу, вылечим, а не вылечит, она уже хроническая, всю жизнь будете лечить. Пожизненно вам надо принимать в период обострения болезни. Вот это сколько надо пить? Я говорю, как мне говорят, пожизненно, пока будете жить. Хотите жить долго, счастливо, безбедно, принимайте постоянно, пожизненно, пока будете жить. Вот. И вот когда вот эти обезьяны, в институте, в секретном фонде смотрели, то оказалось, что у них даже ткани восстановились ранее пораженные. Вы можете себе представить, что вот это капельками? 550 капель, 550. Рекомендуемый прием, я не буду сейчас говорить вам на слух, я просто вам прочитаю, чтобы вы поверили. Так, схема, это понятно, общая схема. Так, общая схема приема, что-то быстро я не найду. От 1-2 капель 2-3 раза в день. Я принимаю 6-9 капель пожизненно, постоянно. Это вещь, которая даже, смотрите, очень серьезно еще свечу вам скажу, чтобы склонить вам к этой продукции. Вот у человека в организме, как мне рассказывали, учили в свое время, наш организм, как книга раскрытая, вы ее раскрыли, половина клеток здоровых, половина больных. Физиология такая, клетка растет до определенного момента, потом раз и разделилась. Растут клетки все. Растут больные клетки, растут здоровые клетки, и они также делятся. То есть больные клетки делятся, увеличиваются, и здоровые. Книга, здоровье как книга, половина здоровых, половина больных. Это баланс, это то, что должно в организме. Вылечиться полностью на 100% нельзя. Если вы вылечитесь от, какой-то там одичалый пройдет, человек, который перестал там здоровый образ жизни, курит, пьет там, а может еще занимается, нюхает, там колется, там наркоманы,
боже, страшная вещь. Вот, и чихнет, и вы умрете. Просто-напросто от обычной инфекции. То есть у вас иммунитет нулевой будет, если полностью здоровье будет, 100%. Потому что, а как иммунитет будет работать, как он будет тренироваться? Если вы мышцы накачали, то у меня армии такие мышцы были классные, ты что? Вот, пошел в армию, ну там работа определенная была. Вот, пришел с армии, что-то посмотрел в зеркало, себя дохляк какой-то, ёханый бабай с армии пришел, должен быть это. Вот, то есть что такое, я их не тренировал, это самое. Вот, так иммунитет, он должен постоянно тренироваться. Вот даже сейчас вот врачи уже более такие образованные и хорошо рекомендуют, говорят мамочкам, не укутывайте детей, закаляйте там все, они должны вот закаляться, то есть организм должен быть тренирован. Вот, даже сейчас вот я вот был, вот когда короной болел, ну, на ногах дома, то врач говорил, ни в коем случае антибиотики не пейте, только когда температура больше 38,6, даже может быть 38,8, только тогда парацетамол, одну таблетку, если не поможет, пол таблетки аналгина, не пачку, пол таблетки. Понимаете? И все, и дальше до 38,6 не пейте, организм сам должен с этим справляться. Ну вот скажите мне, а как справится сам организм, если он слабый, если вы экономили на витаминах, если у вас нету минерально-солевой неотрегулирован баланс? Скажите, вы когда проверяли количество, наличие витаминов в организме? Ну, чтобы знать, хотя бы норму. Когда вы минералы проверяли? Кричат, да я железо проверю, ферритин надо проверять. Именно ферритин покажет именно то, как железо, потому что ну, само железо, оно само по себе не работает. Кальций, у вас может быть кальций в организме, переизбыток, но он не участвует в процессах, которые сердечную деятельность регулируют, он в строительстве костей, вы даже... У вас переизбыток кальция, и вы будете его глотать пачками. Сломаете ногу, у вас кость не срастется, потому что надо там магний. Вот. Там надо фосфор, чтобы обязательно был. Это, а это микроэлемент, это там его там 0,0010. Понимаете? Но это должно быть. И это должен быть баланс, оно должно работать, оно должно участвовать во всех процессах. Вот. Вот теперь вернемся к тому, о важном, о чем я хотел сказать. Значит, смотрите, это вот в организме, когда начинаются проблемы, когда вот этот вот баланс нарушается, ну, по разным причинам, мы сами, может, помогаем, но вот нарушается баланс, больные клеток их становится больше, но они же размножаются, клетка выросла, разделилась, их две стало, опять растет, проблема. Вот. И получается так, что вот, когда все вот эти плохие процессы, они с отрицательной энергией в организме, она регулируется. Положительные, сломали ногу, кость начинает восстанавливаться, расти. То есть это положительный процесс. Вот. Заболели там отрицательные. Онкоцин, он подходит к проблеме. Окружает ее, сказал, одна молекула, 18 свободных радикалов. Ну, а тут же не одна молекула. Вот. Вы же там накапали, стаканчик воды выпили, там уже целый стакан. Окружила это и начинает перерабатывать, трансформировать энергию. То есть нету сил, нету энергии у болезни продолжать ее, она ослабевает. Вот. Дальше, если мы ведем здоровый образ жизни, я вас очень умоляю. Вот говорят на Востоке, дедушка был с Кабардино-Балкарии, до 40 лет вы можете жить как хотите, но после 40 лет вы должны сами стать себе врачом. Если не стали, наполовину жизнь укоротили. Вот сколько вам сейчас, 30? Вот наполовину, то есть 60 лет. Вот, готовьтесь, то есть статистику по Украине вы выполните. Вот, то есть здоровый образ жизни надо вести, надо правильно питаться. Было
столетия мечников, ну, которые вот у нас бифидум лакто бактерии, ну, сегодня не будем уже, завтра я вам запишу, здесь 5 пробиотиков. Первый пробиотик, первый вот продукт пробиотический бифидум лакто сделал наш мечников, наш земляк в Одессе, он преподавал и работал. Вот. И была конференция в Одессе к столетию, это где-то 5-6 лет назад. Там профессура вся собралась, я там не был, времени было поехать. Там друзей много, но оставим вопрос. Прислали мне там отчет, я читал. Так вот, это вот профессор там есть Киева, сейчас фамилию не назову, я с ней не знаком. Она говорит, что, ну, прямо прочитала, ну, написана прямо рекомендация, я на сайте у себя выложил, что вот надо, что если мы хотим быть здоровым, ну, обычно, вот как при короне, мойте руки, ноги, хотел сказать, мойте ноги, ноги надо тоже мыть перед сном, с мылом желательно и мочалочкой, чтобы там все смывать. Мойте руки, как бы общая рекомендация от коронавируса, пришли домой, помыли руки, ну, это самое существенное, самое классное, на 80% снимает с нас это. Вот. И вот она, там прямо памятка такая, соли не больше 2 грамм. Вот огурец съели, там есть соль. Знали об этом? Если нет, то знайте, что каждый съеденный огурец, это определенное количество соли уже попало в ваш организм. Я вот, ну, если вам будет полезно, я сейчас расскажу. Это время немного соберет, но вещь классная. Я вчера съел, я ничего не подъедал, но стакан кефира я пью перед сном, чтобы кишечник нормально работал, чтобы утром в туалет сходить. У меня проблемы с кишечником. Вот, это мне один врач в Сатанове санатории есть, хороший в Хмельницкой области. У него брат в Киеве работает тоже врачом, работает с этими стволовыми клетками. Говорит, Витя, если ничего не будет помогать, приезжай, там поедешь к брату, он тебя подшаманит. Вот, он депутатом наших так шаманит. Вот, дорогое удовольствие, 2,5 до 6-7 тысяч долларов хватает на год. Вот, ну, чувствует классно, бегает, здоровенький, но не, я скажу честно, здоровый образ жизни не ведут, курят, пьют, ну и там, скорее всего, и нюхают, конечно, я не буду не говорить, что они это делают, чтобы не было ко мне претензий, но не знаю, я не видел, и никто мне не говорил, информации такой нет. Вот, значит, она говорит, вот этот продукт классный, который я вчера заготовил, берете рыбу в магазине, которая продается, океаническую, не речную там, а надо океаническую, потому что в речной витамина, этот, омега нету. То есть там же жир есть рыбий, но он некачественный, он не тот, что нам нужен. Нам нужен рыбий жир с морской рыбы. Берете морскую рыбу, ну и обыкновенно хекер взял, все. Я это все приправу беру для рыбы, там уже есть соль, ее немного, ну достаточно хватает. Я обработал, поставил в холодильник, ну на час. Хватает, но у меня не получилось. У меня получилось, сутки стояло, потому что там приехали дети, внуки, внучки, там все такое. Ой, пришел поздно, уже готовить не стал, сделал утром. Значит, вот эту обработали приправой, вот, и ложите в пароварку, ну и в мультиварку, ложите пароварку, я мультиварку на сито, и нет, сначала лук, я режу лук, на лук ложу эту рыбу, а сверху перец, кабачки, будут баклажаны еще лучше, и морковь, все, вот это почищенное, помытое, порезанное, выкладывается сверху до самого верха, и ставится, ну, там программа, она автоматическая, 30 минут. Вот это все делается, минут 10 еще она уже на выключенном, на подогреве доходит. Я перекладываю в эти, ну, пластмассовые такие, эти я покупал в Фокстроте с крышечкой, ну,
коробочки такие неудобно ставятся в холодильник, все это разложил. И я вот это кусочек рыбы, ну то есть вот что продается в ВТБ, я напополам перерезал вот этого кусочка. И вот этой вот овощей хватает. Нормально, кушать вообще не хотелось, только кефир вечером съел и все. Вот, то есть соли не более 2 грамм. Вот, от жареной, копченой пищи откажитесь полностью. Это после 40 лет. Не кушайте ее вообще. Вообще. Каши, ну, турки меня научили кушать это чечевицу. Вот, это белковый продукт. Вот, и рецепт сказали. Стакан чечевицы, 3 стакана воды. Все, оно жиденькое получается, блендером перерабатываете, как супик такой, все. Обалденная, офигенная вещь. Можете туда, ну я добавляю туда морковь, добавляю 2 картошины, добавляю и мясо. Мясо, я ем мясо, но не красное, только курица, индюк и кролик. Вот. Небольшой кусок. Вот на кастрюлю 2 литра, где-то вот такой вот кусочек. Вот. Мне этого хватает. Вот, чтобы кишечник нормально работал. Ну, наверное, и белка хватает, Бог его знает. Вот. Я же еще рыбу ем, это самое, на ужин вот ем рыбу. Утром там хлеб зерновой, цельнозерновой, на закваске. Ну, он такой сероватый получается. Вот 1-2 кусочка, там масло сливочное, сыр. Масло сливочное – это полезный продукт. И впервые его немцы, ну, когда они социалисты, социалистическая партия пришла к власти во главе с Гитлером, они там начали заниматься, ну, замена, эрзац у них называлась, продуктов, витамина и все, ну, для армии у них людей много, они подобрали там Австрии, этих там всех, потом страны завоевывали, все же сателлиты вот эти, которых приглашали тоже, ну, кормить же нечем было, ну, было чем, ну, мало было пищи такой живой, и вот они занимались витаминами там все, вот впервые получили там витамина из сливочного масла именно, ну, синтезировали, достали оттуда, вот, поэтому это полезное, но только хорошее масло, не ниже 82,5%, не 63, как продают там в магазинах, а не ниже 62,5%, это очень полезно, вот, ну, наверное, я уже долго, уже полчаса мы разговариваем, конечно, хотелось побольше рассказать, ну давайте будем заканчивать, еще раз я скажу, вот эта вещь, это добавка к вашей еде, вы берете, хватает на 3 месяца, если 5-6 капель, вы будете капать, 550 капель находится в этой упаковке, это вещь, которая будет помогать вашему организму правильно и нормально работать, если вы будете помогать ему сам. Вести здоровый образ жизни и правильно, нормально питаться. Вот. Если вы душ принимаете или ванну принимаете, и у вас по какой-то причине там вы не хотите продукцию компании Мрита покупать, ну, есть такие люди. Вот. Ну, я, может, слово нехорошее меня критикуют, называя дичалой. То есть люди, которые не принимают очевидно. То есть, ну, смотрели же это. Фильм был, сериал этот, все его про драконов любили, там одичало. Кто были? Они ушли из цивилизованного общества, стали жить по своим законам, приняли их. А как называть человека, который, ну, очевидно, не принимает? Курит там, пьет там спиртное, там нюхает, там колется, там кушает продукты, которые, ну, не полезны. Я вам прошу. Специалистов компании там дал им рецепт, ну, дайте нам продукт, который с бычьим цепнем будет работать, но эти шашлыки, это ж, ну, вообще, это, я понимаю, там на Кавказе там шашлыки, так он замачивается, знаете, сколько, он в вине замачивается, в спирте, оно ж дезинфицируется,
там никакой. Это, знаете, когда началось вот это, люди начали присматриваться к здоровому образу жизни. Первый вот такой частный санаторий был, это у нас книжки она продает, вот это вот вылетело у меня с головы, ее фамилия Семенова организовала. Приехал там замминистра один. И у него проблемы по здоровью, она там чик-чик, продиагностировали фулем, она диагностировала. Вот, и говорит, у вас бычий цепень. Говорит, какой бычий цепень у меня, вы что, я замминистра. Она говорит, у министра тоже есть глисты. Вот, так она, знаете, чем? Пол ведра наливали коньяка армянского. Он садился на этот коньяк, ну, выпивал. Масло тыквы. Не было тогда трав, не знали. Вот пижма, полынь, там, гвоздика, чеснок. Кстати, чеснок, самый лучший чеснок харьковский. Американцы там садят фермеров, покупают, увозят. И на спирт потом продают за доллар. Ну, всякие люди есть. Вот, значит, она ему давала только масло тыквы, ничего, тогда ничего это не знали, что там травы ему помогают, ни пижмы, ни полынь не было, ни чеснока, ни гвоздики, ничего, вот, и вот он садился на эти полведра коньяка, вылез, цепь там был, там хохма такая была, хохотали все, вот, этому... Я хочу сказать, что о чем, что организму надо помогать. То есть вы и мы вместе вам подберем, поможем и будете жить долго, счастливо и безбедно. Спасибо вам за внимание. До свидания. Еще раз посмотрим на этот уникальный продукт Антрацин. Я вам рекомендую. Вот, и еще сказали, давайте откроем, что новая капельница, у нас там были проблемы. Во, класс, конечно, смотрите, вот такая капельница, она очень хорошо капельки, потому что я почему говорю 6-9 капель, потому что тот производитель, который нам делал Антрацин, ай, господи, там была такая капельница, что вот, как я говорю, 6-9 капалось. Капаешь 6, а получается 9. Тут четко, вот 1-2 выходит четко, конкретно. То есть от 2 до 6 капель 3 месяца вот это вот хватает. Теперь все-таки не удержусь, расскажу. Смотрите, я всем, кто берет нашу продукцию, предлагаю воспользоваться скидкой. Скидкой накопительной, то есть от 500 гривен уже 5% она не сгорает, никто ее не заберет, не украдет ночью, когда будете спать. А 1000 7%, вот покупая Антрацин, уже 7% скидка. От 2000 10, от 4 12 и от 6 идет 15. Не пожизненно, скажу сразу, это на год. Через год еще будет 10, на целый год продлится. Но вот это еще вторая сторона, вот видите, минус 40%. Это вы взяли на 450 гривен, на 500 гривен, на 450 продукции. И вы можете на следующий месяц взять по скидке 40% самый дорогой продукт в каталоге. Вот этот Антрацин уже за 500 гривен. Ну, скажите, классно, классно. А потом еще через месяц, вы же купили этот Антрацин за 500, вы попали в эту схему, вы возьмете за 50%, еще через месяц возьмете за 60%. Ну вот скажите, это 400 гривен на месяц, 500 гривен на месяц, дорого, нормально. Поэтому вот все друзья, все, ну, правда, я с ними не полчаса, как с вами разговариваю. Бывает и час, и два, и три. Вот, это ж родня.
Но они все пользуются продукцией Амриты. Если идут в душ, в ванну, или пенка, или мыло, или порошок, ну, жидкое мыло. Твердое – это уже химия. Ну, нельзя твердое мыло сделать без химического компонента. У нас жидкое. Косметика. У нас такая косметика. Ну, для мужчин нету. Я пользуюсь этим Шанталь, гель. Там для лица такой, ну, он слабенький такой, простой, там, дешевый. А вот это вот с фитомеланином, которое восстанавливает кожу, не пользуюсь. Потому что женское, я ж мужик, мне надо мужское конкретное, чтобы там было. Вот, поэтому до 40 кому лет и после 40, но косметика такая, что я сам удивляюсь, через месяц, два, три, 100% кожа восстанавливается, гладкая, упругая. Вот, ну, у меня такая кожа, это не за то, что я там пользуюсь там кремами, ну, хотя крем это то, что вот эти наши вот капилляры, сеточка, вот это вот даже у некоторых она проступает, вот на ноги у меня, видите, видно вот сосуды. Мы помазали кремом, оно все равно впитывается в кровь, попадает в организм и помогает там регулировать эти все процессы. Вот когда компания 20 лет начиналась, это прикол, 4 крема было, вообще ни одного вот продукта для здоровья, вот в виде там капсул, там таблеток, ничего не было. Одни крема. Дамы там пользовались кремами, и у них проходили проблемы, ну не сразу, через полгода, через год, проходили проблемы по здоровью, у кого-то улучшалось. И вот начали ученые смотреть эту ситуацию, и оказалось, что да, просто ну попадая в кровь, это все. У меня обратный процесс, я внутрь, я вылазит через кожу, потому что у нас три выделительных системы, запомните. Вот говорят, да у меня все нормально, у меня там, а запах? Я вот бывает, ну, бывает время, что там два раза в неделю помоюсь. Ну, это неудобно говорить, но бывает. Нету запаха. Раньше я мылся два раза в день. Ну, раньше, два года еще назад. Ну, когда проблему не мог решить. Вот, поэтому три выделительные системы. Это почки. Вот плохой запах должен выходить через кишечник, через почки хороший запах. Были люди в свое время, когда вот ничего не было, как я говорю, Семенова лечила только маслом тыквы, урином терапия была, мочу пили стаканом, кошмар, это жуть. У меня соседка на втором этаже выпаривала эту мочу, я и санстанцию уже направлял туда, и с ней разговаривал, говорю, ну хотите это, ну идите там куда-то, там где-то выпаривайте на даче, там, ну уж травите людей страшно. Ну дешевый продукт, сама подписывала, там выпарила. Вот, то есть у детей моча, она стерильная почти. Вот, а извините, пожалуйста, ну возьмите, пусть она постоит у вас с вечера, сходите утром понюхайте. Проблемы по здоровью, то есть кишечник, почки наши, и когда уже все останавливается, это как при неизлечимых болезнях говорят, у вас такая стадия, такая стадия, такая. Вот я как бы, я говорил, это не врачебный термин, но как бы уже последняя стадия, когда у вас кожа, начинается идти запах, когда у вас под мышками запах, я не пользуюсь дезодорантом. Вот, я когда ухожу, я беру на голову, там у меня стоит духи, я чик-чик побрызгал. Вот Наполеон, Жозефина, его пассия, которую я очень любил, она его очень сильно любила. Когда это самое, возвращался с похода, ей там гонцом, гонца посылал на лошади, там скакал, и там записка была, там, переставай мыться, я выезжаю через неделю-две, буду там у тебя. Вот, он любил запах женского тела. Я вот и духами-то не пользуюсь никогда, там, одеколоном этим после бритья тоже не пользуюсь, там, лосьонами. Вот, мужчина должен пахнуть мужчиной, женщина должна пахнуть женщиной, но здоровая женщина. Больная женщина,
мужчине, ведущему здоровый образ жизни, не подходит. Запах не 100%, говорю. Поэтому мое предложение: займитесь своим здоровьем, мы вам поможем, конкретно поможем. У нас есть и образование, и опыт, и навыки, и самое главное, у нас есть классные эффективные продукты. Ну, вот такого вот, смотрите, ну, не скажу, не считал. Ну, я думаю, что где-то 400 с косметикой, потому что мы уже дошли до того, говорили, что косметика, она тоже лечит. Вот, то есть с косметикой 400 или чуть больше продуктов, представляете? На любого человека, на любого клиента, на любой кошелек. Когда мне говорят, а сколько чего, а что мне взять? Я говорю, только финансы. Только ваши финансы, возможность финансовая может нас остановить. Но вы не переживайте, кто-то возьмет на месяц. Мы с вами можем, если вам, ну, финансы не позволяют, не надо. Мы ж не должны менять вот этим, не должны менять свою жизнь. Вот она у нас есть. У вас пенсионеры, недостаточно финансов. Ну, мы подберем, и вы решите эту проблему не за месяц, за полгода, за 3 месяца. То есть, ну, разные по цене продукты у нас есть. То есть антрацин у нас 3 вида. Есть, сейчас не помню, 300, по-моему, около 300 гривен, около 500 гривен есть. И вот такой концентрат, который на 3 месяца хватает, есть за 1000 гривен. Ну, самое экономное, самое... по финансам, по деньгам, то есть выгоднее вот это взять. Вот, поэтому будет у вас желание заняться своим здоровьем. Да, вот за кожу, то есть что у меня такая кожа, это не, ну, моя заслуга. У мужчин просто кожа на 20 лет позже стареет, чем у женщин. Поэтому, может, мужчин в 40 лет и женщина в 20 лет, у них кожа может быть одинаковая. А если у вас в 40 лет кожа, как у 60-летней женщины, которая следит за собой, то понюхайте мочу. Извините меня, конечно, за такое сравнение. Надо заниматься здоровьем. Надо заниматься здоровьем. Приглашаем вас, поможем. Будьте счастливы, здоровы, успешны и богаты. И помогите нашей Украине увеличить население. До свидания. Всего доброго.